Подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Ярославской области задержан по горячим следам. 27-летний Александр Шулешов жил и работал в той самой обители Преславле-Залесском. В день убийства внезапно исчез. Оказалось, он направился в Нижний Новгород. Добирался автостопом и пешком. Во Владимирской области на него обратили внимание автоинспекторы. Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения, и стали оформлять протокол. Мимо по обочине шел человек, схожий по приметам, данным в ориентировке на подозреваемого в совершении убийства на территории Ярославской области. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого, у которого при себе был паспорт на имя Шулешова, и доставили его в районный отдел. Как сообщили в МВД, подозреваемый не оказал сопротивления. Сейчас его допрашивают. Напомню, настоятеля монастыря нашли в ночь на пятницу в его келье со следами ножевых ранений. Завтра отца Даниила похоронят у стен храма, в котором он служил. Священнику было 42 года.